Вакцина против COVID-19 стала причиной смерти 67-летней челнинки. В этом уверена ее дочь Юлия Волкова, которая написала об этом в одной из социальных сетей. Сообщение вызвало ажиотаж. Так, девушка пишет, что ее мама получила первый компонент прививки 30 декабря и перенесла процедуру хорошо. Второй раз пенсионерка пришла на вакцинацию 19 января, после чего женщине стало плохо. Температура 37 градусов, общее недомогание. Врачам спасти ее не удалось. 8 февраля челнинка скончалась. Так сообщили программе «Челны-24» в Горздраве. Смерть наступила от осложнения заболевания, не связанного с ковидом. На момент проведения вакцинации противопоказаний для этого не было.